Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастроканале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо из редиски. Это будет салат а-ля капреза, ну давайте назовем его русское капреза. Нам понадобится редиска, сыр моцарелла, любая салатная зелень и оливковое масло, ну и соль и перец. Я назвала это русским салатом, потому что все ингредиенты практически, ну кроме оливкового масла, у нас сделаны в России. И даже сыр моцарелла, посмотрите, у него итальянское название, но сделан он в Тульской области. Редиска у нас из Краснодара, а зелень у нас из Подмосковья. Первым делом нам нужно порезать редиску на довольно тонкие кружочки. Я не знаю, у меня в этом году какая-то дикая любовь к редиске появилась. Я вроде бы раньше к ней относилась спокойно, но могла там в окрошке поесть. Но в этом году я ее прям покупаю и ем вот прям так. Не знаю почему так, но прям очень полюбила редиску. Вообще-то редиска появилась еще в Древнем Египте. Ей просто очень много лет. И она является родственницей и редьки, и репы, и еще каких-то овощей. То есть это такой микс просто уймы полезных веществ. Она очень вкусная, полезная. И, кстати, она еще бывает не только красного цвета, но и белого. Дальше мы берем нашу моцареллу и тоже нарезаем ее на кружочки. Здесь обратите внимание, что моцарелла у вас должна быть именно в рассоле, не для пиццы. Так просто получится вкуснее. Я очень люблю моцареллу, а муж сейчас что сделал? Он взял и выпил от нее рассол и сказал, что этим рассолом отлично можно было бы заправить окрошку. А вы пробовали рассол от моцареллы? Напишите-ка в комментариях. Может быть, правда, мы еще и окрошку какую-то новую сейчас придумаем. Такую с итальянским акцентом. Мы с вами нарезали редиску и моцареллу, и теперь мы просто берем какое-нибудь красивое блюдо. Можно вот такое плоское, можно глубокое, как вам больше нравится. И собираем наш салат. Я буду использовать зелень, она у меня уже помытая. Мне очень нравится подобная зелень. Можно брать любую, какая вам больше нравится. Руколу, шпинат, какую-то салатную, в общем, без разницы. Собираем солим перчем и заправляем оливковым маслом. Если бы у нас редиска была крупная, мы бы могли выложить салат прям как капрезе, то есть кружочек редиски, кружочек моцареллы и салат. Но так как у нас редиска довольно мелкая, я просто выкладываю в хаотичном порядке. Друзья, посмотрите, какой у нас получился классный, яркий, очень полезный и вкусный летний салат. Мне кажется, он отлично подойдет и для ужина, и как дополнение, например, на праздничный стол или на пикник. Обязательно его приготовьте, пишите свои отзывы в комментариях. А еще обязательно подписывайтесь на все наши блоги, Дзен, ВК, Одноклассники и, конечно же, Телеграм. Пока!